Всем привет! Ну что, сегодня был в Екатеринбурге и заходил в магазин в Стрелец. Надо было мне ледобур. И, короче, до ледобура у меня дело не дошло. Увидел я вот такую штуку, это новинка, я понял, этого года. Поправьте меня, если не так. Калипсо, система подводного видеонаблюдения. Ну, что я читаю, вы тут сами все можете прочитать. Короче, это подводная камера. Вроде бы как бы крутая, классная. Такая простенькая. Ценник. Ценник вот такой. И что хочу сказать. Ничего по ней, в принципе, в интернете почти нет. Насколько я быстро смог посмотреть. Комплектация. Дополнительные возможности. Скромненькая, простенькая, бюджетная камера. Тут вообще все расписано, написано. Короче, смотрим. Давайте посмотрим. Сегодня мы сделаем распаковку. И я думаю, что завтра пятница. Ну, наверное, в субботу выберемся на лед. И уже подробно ее потестим. Посмотрим, что она записывает. Я думаю, что постараюсь сделать... Наконец-то, может быть, качественный видос со всеми вставками, со всеми прочими штукенциями. Это у нас чек. Скидка была 5%, хотя 10%. Почему-то делают они только такую скидку. Здесь и инструкция. Консультанты настоятельно рекомендовали ее всю перечитать, всю прочитать. Что, зачем? Я думаю, что, наверное, вот так вот будет правильно сделать, если кому-то будет капец как интересно, или может быть кто-то серьезно озадачен, то можно будет ставить на паузу и все читать, изучать. Вдруг кому-то что-то непонятно. Я сейчас буду просто балды методом тыка, как называется, смотреть все. Потом, конечно, наверное, тоже прочитаю инструкцию и на льду уже посмотрим, как она себя ведет. Короче, вот такая штука. Так, смотрим. Мешок. В комплектацию у нас входит, собственно, сама камера. Блин, мне понравилось. Там AquaView рядом лежат. Одна 15, другая 30. Но что-то я сколько не читал про них. Вроде бы и отзывы хорошие, но в то же время... Ну, не совсем мне понятно. Я... Не понял продавца, но он попытался меня убедить, что это тоже фирма та же самая, то есть это AquaView. Просто какое-то их подразделение или что-то типа того. Короче, вот так она выглядит на фоне ножика, скажем, габариты, размеры. Думаю, что там, наверное, в инструкции габариты все размеры были. Давайте быстренько попробуем, посмотрим. Есть у нас крепление на штатив. Ну, что, наверное, круто. То есть к чему-то мы можем ее прикрепить, она у нас будет стоять, держаться, скажем так, да. А здесь у нас сзади, что мы с вами видим, серийный номер, модель, сама камера. Я бы почему-то, мне кажется, вот за эту штуку тянуть не стал. Хотя продавец в магазине дернул, будь здоров. Но чувствуется, что там как-то так вроде и крепко, но что-то как будто шатается. Силиконовый такой вот здесь уплотнитель, камера, собственно, я бы чем-нибудь немножечко чистой тряпочкой немножечко протер. Это у нас получается глазки, инфракрасные глазки, которые, ну, подсветки типа этой, да. То есть прикольно, сюда убирается, в принципе, все круто. Смотрим дальше. Шнур. Не суть, сейчас не будем продаваться какие-то подробности. Шнур метров 15-20. Втыкается все вот сюда. Все достаточно-таки влага защищено. Открываем. Я ее купил с уговором таким, что если мне не понравится, я ее им в понедельник. А сегодня у нас четверг. Я им ее в понедельник притащу обратно. И поменяю, может быть, на... AquaView, чтобы сравнить. Они сказали, да, да, конечно, бери, ради бога. Вот есть какая-то у нас тут царапка. Такое ощущение, что эту штуку кто-то уже отклеивал. Отклеивал и приклеивал. Думаю, что мы аккуратно вот так вот уберем.
Ну, вполне себе такой ничего экранчик. Запускаем. То есть нажали кнопку, у нас она включилась. Качество, конечно, посредственное вообще. Качество у нас оставляет, я бы сказал, конечно, желает лучшего, но я думаю, что видно. Более-менее. Но показывает ведь, ребят. То есть все работает. Главное, что все работало. У нас был с Максом как-то опыт вот этой камеры. Опыт этой камеры у нас с ним был. Не этой. Покупали мы в Екатеринбурге у людей. Блин, что-то не понравилось. Наверное, больше не понравилось какими-то габаритами, настройкой. Потом там что-то какой-то глазок внутренний выпал, что-то еще. Так, не суть. Короче, меняется инфракрасное вот так вот. То есть становится инфракрасное у нас. И обратно меняется также. Есть у нас какие-то режимы здесь. Яркость можно менять. Внутри у нас аккумулятор, по-моему, на 4000 мАч. И заявленное производителем рабочее время 8 часов. Ну, не знаю, как это все на морозе себя покажет. Будем смотреть, будем вникать. Полная зарядка у нас. А, что еще? Угу. Вот так вот у нас можно нажать сюда раз. И здесь у нас режим работы. Можно, видимо, выбрать мои файлы. И слушайте, его он все врет. И настройки. Он все-таки врешал. Так, что, как это все дело выиграть? На чем ты приехал-то? На такси, что ли? Руфина привезла. Так. Непонятно, как это выбрать. Режим работы. Может, сюда же? Нет. А, вот, наверное, кнопка выбора. Вот, режим видеозаписи, режим фотографии. Можем еще и вообще куда бежать, что-то делать. Видеофайлы. Нет файла. Файлов нет. Нет файла. Настройки. Что в настройках? Язык, дата, время, индикация даты, разрешение. Конечно, у тех чуваков, вот про год назад, про которых я рассказывал с Екатеринбурга, у них там достойно был такой по-своему аппарат. Но, я говорю, габариты, размеры, это все-таки не то. Здесь поинтереснее. Информация о памяти, форматировать, информация о версии, обновление, даже прошивки у нас есть. Ну что? Что еще вам? Хочу, нет что-то файлов, ага. Короче. Кнопка, видимо, выброса у нас. У нас даже с вами должен быть здесь Zoom. Зачем, не знаю. Даже есть Zoom. И давайте выключим его. Время показывает все. Короче, за пятнашку Aquaview без видеосъемки 29 с лишним стоит с видеосъемкой, с автоматическим. Ну, вот этой подсветкой, да. Блин, что-то 30-ка, это уже, конечно, дороговато. Смотрим. Этот стоит 10. MicroSD. По-моему, карточка у нас должна быть в комплекте. Мы сейчас все с вами посмотрим. Какая-то тут у нас хреновина крутится, прикручивается. Здесь у нас все так, в принципе, сделано. Ребят, вот я просто почему повелся на все на это дело. Может, реально развод. Сделано все реально неплохо. Здесь у нас есть микро. Выход AV. Здесь у нас USB. Микро. Здесь у нас вот маленькая такая кнопочка, да. Десет. Кнопочка сброса, да. Я говорю, а что, как с запчастями, с тем всем? Они мне сказали, вообще без проблем. Если вдруг невероятное что-то ломается, да, то есть вы к нам приносите, мы быстро вам все ремонтируем. Там, я не знаю, наверное, конечно же, за наш счет, за мой счет. И, ну, если это гарантийный случай. Если не гарантийный, то за свой получается счет. Все как бы оперативно, быстро. Типа контора где-то, я понял, находится в Екатеринбурге, то есть недалеко. Ну, что ты там лезешь уже? Я же еще ничего не показал. А, ты только начал. Садись, сам показывай. Вот самое главное. Ладно, давай показывай. Давай. Вот, короче, в сумке что у нас лежало? Что-то, по-моему, уже не хватает. Тут что там было? Двадцатка денег лежала. Что-то где-то уже нет. Короче, смотрим. Здесь такая штука лежит. Вообще, это вот реально штука очень полезная. Почему? Потому что она, я вот сколько-то лет назад во все это дело пытался вникнуть. И не у каждых есть вот такая вот рыбка, плавничок. А он порой бывает очень полезный.
на самом деле. То есть он где-то на течении, где-то как-то что-то еще. Да плюс вообще, то есть удобно крепление вот это все проходит, висит удобно и можно с легкостью поворачивать, и как-то лучше оно все это дело держится, стоит. Короче, это классная, я считаю, опция, функция. Не знаю, есть она у других или нет. В частности, вот мы говорим про AquaView с вами, да, сравниваем в какой-то степени. Ну, короче, вот такая вот штука. Что-то где-то искать, вникать, учитываться, долго читать почему-то я не захотел. Ну, говорю, там дядька такой попался. Я говорю, а что, говорю, если нет, он говорит, блин, все, принесете назад, поменяем с паспортом без проблем. Говорит, если что-то вам не понравится, он говорит, ну, я уверен, что вам понравится. Короче, есть вот такая вот, вот такой вот карт-ридер. Такой китайский, неплохой. Есть вот даже флешечка на 8 гигабайт. Простенькая, я думаю, тут никакой невероятной флешки не надо. Хотя написано типа 10 класс, как будто бы, да? Я думаю, что там качество такое, что никакого там супер этого разрешения не надо. Есть зарядное устройство. Мы это все даже распечатывать, я думаю, не будем. Смысла нету. Есть переходник, наверное, чтобы скидывать файлы. Или что-нибудь как-нибудь компьютеру. Да, есть у нас вот такая вот, это традиционно для многих производителей, вот такая вот штука. Это чтобы без плавника нам просто сделать одну ее. То есть мы вот так делаем. Помнишь, даже у нас на той с тобой камере такая приблуда была. Вот как вот это сделать, чтобы не порезать и ничего не помять? Вопрос. Как-то надо аккуратно. Ну, короче, вы поняли. То есть оно вот так будет держаться. Здесь оно вот так вот выставляется. И вот камера в таком положении. Потом у нас висит, я не знаю, я больше за плавничок. Плавничок прикольно сделан, вообще классно. И кабель здесь прикольно так все проходит. Вообще прикольно сделано. Зачет, зачет, зачет. Это здесь лежало, нет. Да, и у нас есть еще вот такая фигня. Ну, вообще даже я не знаю, зачем это надо. Ну, понятно, что это тоже у нас сюда как-то крепится, видимо. Глазок вот этот вот. Надо читать инструкцию. Каким-то макаром держится, короче, глазок. Что-то здесь куда-то, наверное, тоже как-нибудь крепится. И здесь, возможно, можно какую-то веревку привязать или что, не знаю. Короче, по комплектации вот они делают как бы такой акцент, что ли, да, на то, что у них большая комплектация, богатая вот этой вот фигни. И что не такое уж плохое как бы и качество вот этого прибуда. Сумка, даже, ребят, есть сумка. Я считаю, что это зачетно. То есть там AquaView самый дешевый за пятнашку, он даже без крышки идет. То есть там просто открытый у нас мониторчик вот этот вот. И, наверное, это плохо. То есть где-то что-то мы его прижмем. Во-первых, где мы его как хранить будем? По большому счету в ящике, наверное, в этом же рыболовном. Или, может быть, в кармане, но мало ли что вдруг. Ну нет, может быть, ее ни разу и не отклеивали, потому что у меня наклеилась вообще с пузырьками. Ну не суть. В том, что мы ее обратно приклеили. Чехол-то покажи. Думаю, так и пользоваться будем. Да, давай. Короче, по чехлу вообще прикольно. Вот эти вот штуки, я бы их, наверное, троечку им поставил. Но бывает вообще реально говно. Вот эти вот всякие зажимчики. Тут все щелкает. Такие тоненькие, простенькие. Я все просмотрел. Насколько мог. Все шовчики. Реально все такое вот, ну, неплохое. Чехол. Здесь мы можем с вами убрать какой-нибудь, например, зарядник, что-то еще, то есть какие-то мелочи. Собственно, сам чехол. Он имеет вот такую необычную форму. То есть мы можем его одеть себе на шею. Одеть его на шею. Вот эту штуку мы можем. Здесь у нас специально два есть вот этих вот переставки, две. Эту фигню мы убираем с вами вот сюда. Вот таким макаром. То есть у нас сзади все вот это вылезает. Видать, там что показываю. Сзади у нас все это вылезает. Ну, этот шнур мы туда провод продергиваем. И у нас вот такое получается использование. Здесь мы закрываем его. И мы, получается, за всю рыбалку его даже и из чехла-то не достаем. То есть мы пришли на рыбалку, открыли эту штуку. Он у нас на шее висит. Открыли вот эту штуку. Может быть, надо было наоборот его перевернуть, кстати. Как вариант. То есть, чтобы крышка у нас открылась вот в это место, да? Ну, правильно. Да. Наверное, я неправильно сделал. Ну, это нюанс. Давайте сделаем уже, чтобы уже прямо все вообще понятно было всем. Тут замотаем.
тоже мужики там уже как бы заинтересованы, продавцы говорят, что при продаже вот этот вот провод был очень сильно натянут, они все это дело на каждом перемотали, потому что им это все интересно, нравится, и они заинтересованы в продажах, все прям рассказывают, какие-то нюансы, говорят, что уже пробовали, то ли брали, то ли уже кто-то у них брал на Белоярке у нас. Рыбачили, прям людям понравилось, говорят, фантастика, очень круто. То есть, конечно, не Full HD видео, но рыбу видно, как она подходит, когда она подходит, как она хватает. Все можно записать, кому-то родным, близким дома показать, все в восторге. Всего за десятку такая штука. Короче, вот, получается она вот так вот, и когда мы с вами вешаем ее на шею, мы вот эти штуки должны перестегнуть вот сюда. Она получается как бы... Ну, вы поняли, да? Она в живот вам упирается, в грудь. Здесь мы делаем, сколько нам надо. И эта фигня у нас вот так вот на шее вот так висит. И мы с ней ходим на шее. И смотрим рыбу. То есть мы подходим к лунке, ищем окуня. И мы опускаем первым делом не удочку, а эту камеру. Потом, значит, вот так все это дело быстро захлапывается. Вот так вот закрывается молнией. Где она? Вот она спряталась. Я, наверное, троечку, даже четверочку, наверное, чехольчику поставлю. Конечно, не Макс. Ну, качественно, скажи, сделано. Ну, я говорю, вообще вся эта приблуда... Это же двойная собачка. Тут. Да, то есть вся эта приблуда, она... Все вот строчки, никаких залипов нету. И я только вот говорю, на это и повелся, подумав, что может быть реально это вот... Бывают такие, знаете, вещи не брендовые, не дорогие, но они такие вот хорошисты, знаете, на 3 с плюсом прямо и свои деньги отрабатывают. Вот так, понимаешь? О, видишь, там еще какие штуки есть, ну, вообще куда бежать. Сразу открыл, она сама открылась. Чтоб сразу приоткрыл, закрыл, с боков все вот эти есть, то есть солнце вам там светить не будет. Можно вот взять там прикрыть, например, да, и вот так смотреть. Я говорю, зачетно, то есть AquaView ни хрена такого даже рядом не предлагает. И пятый раз уже повторяюсь, дядька сказал, не понравится, принесешь назад. Я просто в восторге вообще. Все. Это мы убираем, получается, на место. Я думаю, что коробку мы уже брать не будем на лед. А на лед когда мы, Максим Викторович, идем с тобой? Никогда, похоже. Флешечку мы не вставили. Надо флешечку нам еще туда воткнуть. Я не знаю, поди надо было проверить. Но, в принципе, там форматирование есть. Надо все равно перед водой проверить. И, наверное, нам с собой, вот сюда мы покладем их, нужны будут пружинка, вот эта штука. Вот эта штука и пружинка. Вот это мы возьмем с собой. А все остальное мы с собой брать не будем. Зарядка у нас полная. Я думаю, что тоже мы не на длительность будем проверять его, а на вообще работоспособность. Поэтому заряжать мы ничего не будем. Я думаю, что у нас хватит, в конце концов, если что, у нас есть в машине всякие пауэрбанки. Флешечку с вами воткнем сюда сразу. Все четко щелкнуло. Прям я говорю, вот все зазорчики, все везде плотненько, хорошо, качественно. Не знаю, я почему-то на эту камеру ставлю. Самое забавное, говорю, шел за буром. И как-то ноги меня так раз налево повернул. Сами понесли, думаю, посмотрю камеры. И вот у них буквально несколько дней назад, я, наверное, в понедельник был, не было вот этой вот штуки. И вот они ее привезли, кто-то им поставил. Круть. Ну все. То есть пришли на рыбалку, эту штуку мы снизу открыли, еще раз она на шее у нас висит. Шнурок реально здоровенный, то есть на одежду легко на всю оденется. То есть мы с вами эту штуку открыли, камеру достали, шнура сколько нам надо размотали, тут можно все прикрыть. Все у нас с вами болтается тут. Опустили, включили. И типа в темноте все хорошо видно. И типа все показывает, есть все типа опции, функции. Вот у нас по-простому показывает. И переключаем на инфракрасное. Черно-белое стало. Разрывная нагрузка видеокабеля 20 кг. Это я яркость нажал. Да, 20 кг. Ну, я там показал эту книжку. Метров. Книжку, картинку. Вот с метра 20 кг. Короче, вот. Молния вообще нормально ездит. Классно, классно чехол задуман. Реально неплохо. Вот сами можете видеть, посмотреть. Шовчики. Тут все прилепано. Тут все сделано. Ну куда еще лучше-то, я не знаю. За такие деньги. Стоила бы она еще как, наверное, по ранешним бы деньгам. Пятак, так вообще. И пофиг, как бы она снимать будет. Круто! Ну все.
Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.